Там у тебя конкурентка на СТБ. Из клана Бобры. Кстати, может и помогло. Я просто провайдер начал последние пару дней в это время начинать хуйней какой-то заниматься. Ты через какую прогу стримишь? ОБС. У тебя NVENC стоит или 264 кода? Стандартный 64. А видеокарта Дишворск? Видюха 670 GTX. Ставь этот NVENC. Он не жрет ресурсы просто. А у меня и так FPS 120. У меня там стояли настройки конченые, я их убрал и норм. Так позвони провайдеру, скажи, что типа меняйте этот канал, ну оборудование. Канал вечером забивается. Прям у меня такое же было год назад, я мозги им доебывал недели две, наверное. Да не, у сменили меня оборудование. Бывает периодически, но очень. Вот они сказали пару дней поработаем. Они поработают, там все нормально. Не туда, ой, поворот не в туда. Обновил. Нега, поставь. И кто из вас топором? Хэвик минус 2 какой-то. Башни там играют. Двое уже поиграли, еще я. Доигрались, блядь. Играли от башни. Бля, дайте пострелять. Вверх урон, что-то хочет. Нет, башни играет еще один. Такую, короче. Вот так вот, нахуй. Во, короче, ломать им, блядь, ебальники. Прям туда. За родину! За Украину. За Украину. Хэвик, сюда иди. Урод. Я страйк за домашнего. Пиздец, страйк. Да, бля, так когда. Тут меня хотят, может кто-то поможет? Не-не-не-не, пусть убивает. Мерч КД, Биг Бо. Короче, Биг Бо. Бибо. Биба. Бибо, сделать ему Биг Бо. Да, Марта. Парня подгорела. Че с тобой все же? А, это леди, вы что, женщины стали, что не можете? Пиздец. Гдоль. А, да, еще одна леди. Бляха, пока на КД уже всех. А нахуй? Вы за 25 секунд всех разрушите. Да нет. Показал. Они все заигнорили. Бобры не очень. Пусть плотину дальше считают. Лагов нет, все норм. В Киеве горячую воду отключили. У меня отключили горячую воду уже полтора месяца назад, блядь. Значит, ты в Киеве. Что-нибудь загружается укрепроем? Просто смотрел, это обычная практика. Меня тоже не грузит. Все убил. Страйк. У тебя загружается укрепроем? Не-не-не, там просто ничего нету. Сейчас гляну. Люди жалуются, а куда что мы не тогда могут в игру зайти. Сервера легли, все дела. Да, он сперва тоже пишет. Худо поиграли. Мне кажется, у... Просто куда все мы фармим? Там, может, там уже склад забили и чё? Да как бы... For fun go. Мы же не на 100% уверены, что забили. А там маленький же уровень. А вообще избыток он куда-то сейчас девается? Какой уровень? А вот неизвестно. Уровень максимально, вот эти вот 8% и все, больше нихуя? Сейчас да. Сейчас да, 10 левел, когда будешь, там 50% вроде будет. 10 левел, это года через 2, да? Почему? В следующем патче будет до 10 левела, может? Ну ты сказали, что он в ноябре следующего года. Следующий патч. Но будет же 10 левел. Ну да, будет. Ну и все нормально. Как раз подкопим эти промресурсы, вкачаем сразу же.
Интересно будет, сколько вот это включение вот этой штуки будет стоить прям ресурсов. 3000. Откуда инфа? Ну, я думаю, сейчас стоит 380 подготовка одного промресурса и 2 часа ожидания. То есть 2 часа он готовится за 380. Этих. Но время же не менялось с левелом? Не обращал внимания. А ресурс, стоимость менялась, по идее? Да, да. Начиналось с 300? Гораздо все меньше. Выигрались. 40 или 50, что-то такое. А что на онлайн? Падает. У нас сейчас какую-нибудь хуйню ведут за голду. ГГ по ЦГ. ЦГ по ГГ. Хлопцы, ЦГГ. 4 Андрей. Августа с 21 до 23.00 сервер, центральный сервер World of Tanks не будет доступен. Андрей, ты зачем сервер сломал? А чё они, блядь? А что значит центральный? Да, вообще все ру серваки не будут доступны? Или ру один не будет доступен? Написано центральный сервер World of Tanks. Центральный — это типа, который там за чат отвечает, там, за базу данных игроков. До скольки? До 11? Да, ну это там их продлить могут. Короче, можно идти. Там уже как-то полдня вот так вот продлевали. Можно и не выйти, да? Из боя не отменить никак. Заложник. О, новая боевая. Нормально, задача, да, 8 часов хуярится и ничья. Все как в это в танках, блять, 742. Норм. Го тогда в Lineage. Так ушутил. Ну как раз у нас пачка. А какая самая задротская игра? Я за ТХ буду. Все, Джаст похвастался знаниями. О. ТХ хуёво фармит. Мы чего-то нашли. Нормально. Мы игру нашли? В натуре. Рина, ты ппшку качаешь? Не. Олег, гол как в прошлый раз. Я свечусь тебя. Ну тема. С тактикой что? Как такой жесткий сетап. Хеви, блин, я 100. Потные типы. Все с артой играют. Вообще задроты. Жесткий. Бой начинается. Ого, ребята, что, берег что ли играют? Лол. Похоже на. Ого. Я свернул, вернусь. Да на что Эмелька вообще проехал? Если тут никого нет, их вот отсюда можно без инвиза убивать. Да-да-да, СТХ-ами надо там занимать. Лиза из инвиза, они что-то сюда прям поджимаются. Понял, сейчас они пизды отсюда получат. Ёбаный. СТ-шек брить своих. Ого. Центр займем. Кому брить-то? У меня никого нет. Парикмахеру. Сейчас позвоню, подожди. Паузу нажмите кто-нибудь. Ребята, это, короче, пиздец. Это ловушка. Это порнушка. Ну тут, походу, вообще прицела нет. Только если поджаться к этой хуйне. Кады. Эйка вот этого пидорского надо убить, он там отсирать норм будет. Ой, блядь, сейчас еще и соты проедут. По-моему, нам пизда сейчас, надо это сейвиться, короче. Ты что-то СТ-шки-то давит так-то, блядь. Надо СТ-шки хотя бы расхуярить. Давит. Мы этих это, центральных закайтим. Надо СТ разъебывать. Цель захвачена. Подвож. Минус 2. С СТ помогу, у меня 5 секунд, и я готов. Падайте вот сюда, ко мне падайте. Вот я поднимусь, чтобы СТ-шки хуярить. Артакада. Блядь, ее нет на базе, блядь, вообще. Ну, в пизду там 62 и подбышит. Топнул одного. Ёп. Сайлакс, ну короче, мы мысленно с тобой. Да, я помочь. Давай я сзади. КД. Хорошо, что эту хуйню сняли. Тэшкам помогу и их потом. Хотя оставлю. Я могу и сеток страйка, я и сеток позвоню. Имели стек 7. Да, одна стежка ушла и одна осталась ваншотная. Уехали, надо пожимать. Да? Не, я не смогу поразваливать. Две стэшки ушли.
по блядам не стрелял, что там не наблюдал. Либо в хейк, если прострел бы. Ушел. На базе. Чуваки у нас базу берут. Есть чем вот отсюда выдавить чувака? Подсирает, сука. Нет. Когда Олег, гоу базу дать. Поехали, я пойду сейчас базу сбивать. Давайте, давайте. Марта, КД. За ним. Там один, КД же да? Снизу выйду. Главное, чтобы здесь не просто две стейхи, они подсирают, не прикольно. Он уехал. Да. Секунд, я выйду, помогу. КД. Здесь частой хеви КД. Да, блять. Чему Гослин, не надо туда вылазить. Да. Сейчас сверху хэвик тебе даст. Сколько соток КД? Две, да, три? Норм. Все КД, все КД. Я врываюсь. Извините, выпушка. Я нихуя не сижу. Добирайте, стволы добирайте. Добью. Добирайте, и потом это вас... Хэвик сейчас КД будет. Выходите вон на хэвик. Карп, еще есть пульки. Верхнего нужно хэвика, пока не закадешился, разобрать. КД, да, там две стежки, одна ваншотная. Вторая уже почти тоже. Да забирайте хэвика, заезжать пора. Я доберу сейчас что-то второго. Нет, легко. Пешки берегите. Хэвик уже заряжен уже, вонг, по идее. Да, иди заряжен. Давай, в счетчики, нормально. Хэвик дергается еще. Подчада. Бат. Блять, мне бат сейчас. Там... Вот СТшки эти подосрали, пришлось за них пушить. По идее на КД, я хей заряжу. Не хей заряжу. Бата мало будет. Мне в виду арта сейчас может прямой положить. Уедь, уедь. Вот арта КД. Он перед тобой, вот здесь, короче. Вон арта. Ошибается, пацан. Бат заряжен уже. Хэвик минус один. Блять, не попал. Спрячься за Е50 хотя бы от бата, сейчас все бат разведут. Как не летит? Ой, зря сломал. Нет, сколько у него меньше? Да уехать нужно было отсюда правда. Просто. Да блять, надо было просто СТшку вот эту нахуй догнать, отпиздить. Эти Е100 хуй сосали нахуй, ничего, этих кушать неудобно. У тебя все снаряды вниз куда-то улетели. У тебя и серверно. Как-то бат быстро зарядился, на самом деле. Не, нормально зарядился. Он сразу когда ушел. Как две или три пульки отдал, сразу когда ушел. Пацанские танки пошли. Синенькие. Опять 300. Мы этим проебали, кстати. Кстати, да, спасибо. Вот это азиатская карта ебучая, как она там называется. Скрытые деревни. Пидорские карты. Я не про эту карту. Хребет дракона. Какой хребет дракона? Ебучая река. Какая-то там долина или река, блядь, из-за щека. Это долина. Нет, это не долина, это какая-то... Скрытая деревня. Это деревня. Скрытая, это скрытая деревня, но мы проиграли не на этой даже карте. Поедем. Это скрытая деревня. Тихо. Нажмите тап и узнаете, что за карта. Да блять, да не эта карта. На прошлое иди, на коротко. Едем пиздец. Не, в прошлое мы не этим проиграли. Бля, какого хера я без снарядов? Ничего страшного. Светить будешь. У нас Булкин пока до без снарядов не башит. А как они сбросили, блядь?
Потому что понерфили, 5 снарядов ставили в барабане. Хомячок. Приятно. Спонтом другой башни, типа, или что? Из-за этого снарядный минус. Прячься домой тогда. Семерка деревня. А нужно вверх быстро. Уходите вот эти. Вверх нужно быстренько забыли. Убивать. Все, что здесь есть. Помидоров. А у меня есть, по идее, один. На подсвете. Сейчас вот эти умрут, уходите быстрее. Сейчас уходи быстрее. Сломаем, давайте. Уже. Не отпускайте бата. А там еще пацаны какие-то. А у них здесь это. Поделили танки, надо вверх убивать. Короче, сейчас вот сюда вниз скайтят. Надо вот дома какой-то дать. Они будут туда прыгать вниз, наверное. Да, они вниз будут ходить. Mm-hmm. Вот на эти же вытягиваются. Пока ничего. Пацаны соснут. Вот у Сани, представляете, падает, а чтобы из города не стреляли. 40-го можно было убить, блядь. Ходят, обходят, обходят, да. Кемельке нужно еще кого-нибудь. Не засвети. Блин. Блин, что-то сыкат надо здесь ехать. Да, не надо, не надо. Давайте оставим. Mm-hmm. Давай, страки, я тоже здесь останусь. А ты прикрываете, нет? Да. Там бы пушить чуть-чуть. На бутле. Плетя же вернуть, Арту. Арта! Так мы можем запушировать вот этих сейчас всех. Арта за углом. А с Раскаликом, по идее, можем. Ну, сейчас типа, я... Не, страйк, тут ухо тяжи. Нужно кого-то вернуть, вот этих пидоров светить. Мы в сейве будем от тяжей. Вот эти вот отсюда выходите, пробуйте. А, во-во-во. Работаем. Сверху можно работать по тяжам. Так, хочешь, поехали танканул. Можно стрелять просто. Я хочу почистить, Вот отсюда можно выйти настрелять по сюда, вот ох. Да. По тяжам стреляем только. Чем как это? А, понятно, что место ряда не попадает. Куда это он может? Хеви-хеви. Сзади, скажи. Домой. Сзади бат нужно кем-то убить, блядь. Максис, ты мешаешь стрелять. Долго еще? Долго еще? Возможно, КД. 5. База. Он не отсюда. Че нужно СТ в базу? Еду в ДФ. Я с негативом тоже поехал. Вот здесь вот. Хотя... Сейчас вот здесь будет пушить. Надо Раскалика крыть. Я сдох. Давайте Раскалика. Двоих в ДФе хватит. Отстрешай вообще. Раскалика нет снаряда. Я без снарядов. Я буду прикрывать вас для трупов. Хватит на трое в ДФ хотя бы. Потому что... Лучше на лайт оставь. Негатив, жди меня. Скальк, да танкани, мы их разберем. Хорош. Фокус, вот это, вот этого разбираем, ебем. Заберу. Пробуй сам. Пробуй его подсветить, не вариант, нет? Дам. Дай попробуй. Запушить дам можно вот этих. АД нажал. Ребята, отойдите, имели ли кто там. Стойте. Вот эти аккуратнее, парни, вот эти аккуратнее. Вот этот. Ну, живем нормально, мы их перестреляли сильно. Ай, ну. Нет, давайте. Не подставляйте, просто стойте. Чтобы на вас, когда на нас появится, убьете. Нам вот сюда помощь нужна, и мы отсюда выйдем, их убьем в жопу. Ну, Жбета, подъедь ближе. Поближе. Сейчас я помогу вам. Я помогу вам сейчас приеду. Нам сейчас бачат будет залетать. Вот, ребят, вот этого отстрелите, пожалуйста. Еду, он заехал. Я это помогу. Кто справится? СТ-шка пишу. У меня два. Сломай, гул ломать, надо отрезать. Почет от дальнего моря. Блять, что-то нахуево ломается на самом деле. Там еще что-то. Но он не ломается. Я его разваливаю. Я сломал. А вон, едет. После, отъедь. Дайте выйти. Спасение башни невозможно. Уничтожить. Страйк на время. Там до семерки еще ПВшки есть. Сука, тут еще один бачат. Ну ладно. Ладно, дам одну. Заберите все. Зараню сейчас. Семерка КД. А, не зараню. Откуда? Семерки еще какой-то хуй стреляет на СТ. Бат. А, бат. Воу. Вот отсюда, короче, бат еще. Минус 2 у него. Там где-то левее, вот здесь, походу. А, да, чли. Вон он, 2 хп. Нам нахуй. Мы их сильнее переебали еще. Тоже приятно. Ну, они, видимо, попробовали. Камень. Решили. Блядь, а если бы они в 3 танка начали базу брать бы, в 3 бачата, мы бы не успели бы, да, вернуться? Успел бы негатив. Ну, хуй знает. Негатив бы успел бы. В принципе, он успевал, да. Ну, вы хоть в КВП бы очень постреляли. Чё ты жёсткий, Рина? А чё он, блядь? Прозак, Никси придумал, блядь.
имя и цифры, нахуй. Нормальный пацан, ну что вы. Ладно. Кстати, а почему у тебя чего? Цифры в нике Рина римские? А, потому что я римлянин. Украина — это Рим. А, кстати, Аспин — это эти статисты были. Которые нас уебали на прошлой карте? Они нормально сыграли. Там по 62%, 900 опыт. Я без модов играю. Да не, я стату глянул сейчас. Нахер эти моды. Ну чё там? Наташ. Девочка у нас не может ткнуть кнопочку. Чё, у нас коричневый никто нету 15-го? Куда клип сделался? Вот отошёл куда-то. Там кое-что делал нужно. А это промресурс, он какой-то вообще казну идет или что? Не ждите ее, ее выкинула С. Она складируется в здании. А, за которой ты приписан, она туда идет, да? Ага. В онлайн вообще 327 тысяч осталось. Ой. Блять, опять трест. Еще да, только у нас минус один. Похоже, они единственные не вылетели. У нас все минус и минус. У них тоже минус один, да. Не, у них нет минус. Че, в тринашку затащим против них? А, с 13 в 15, да, что, может, у нас 12 же. Раскалик, теперь-то ты взял патрон? Да, да, фулку загрузил. А, просто, да, минус один еще был, считай. Просто я ревели. Танковал, не надо. Ненормально, там сагрис на тебя поехал, что пизды получили вовремя. Что делать-то? Так же, надо так же играть, но они все на ЧЖД будут играть, там с товарищ полегко же играть. Ну, как, вот как типа, мне стать теперь на подсвет, вот я не знаю. Хуй оттуда знаю. Вы я не успеваю. Без арты тяжело с этого риска. Да, я тут... Емелич, ты там не уедешь оттуда вообще, я тебе говорю. Да нормально будет, не тут, тут тем более бачатов еще больше. Ну ладно. Так где-нибудь здесь вот, за домиком. Здесь есть. Блять. Вот это прикол. Пизда мне. Хера. Надо в городе ходить, знаешь, чтобы они не проехали. На гусле, Павик, починись. Можно город вырезать сейчас. Да город, город, ебать, чтобы они не вернулись. Я без вперед отъедь, у тебя в жопу верит. Так, а точка мне, блядь. Когда? Да ебаный рот. Нет, поебал вот этих пидоров в жопу. Раз вот эти умерли, да? Мы едем пушить батов или нет? Пушьте, 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 сейчас у нас вот эти умрут 100 прудов. Двое. Да я первый умру. Пусти город. Баты откатят сейчас. Ну отрежьте их, отрежьте вот по этой дороге, блядь, простреливаемый. Пиздец. Жги их, говно. Я же работаю. Да блять, попадание. Подживали что? Дай проеду. Да не, поломали вас вообще. Минус 3. Не, еще все норм, сейчас затащим. Тащить можно, вот они, добейте, они сейчас в поле катаются. У них позиции хуёв. Они за это, да, они это сами на нас едут. Надо убивать просто. Вон ФВшку сейчас еще доберу. Где говно меня убьет, блядь, можешь? Пизда мне. Нет. Семерка. Минус 2. Сзади двое, надо вот этих убивать, тяжиков, парни. У них здесь меньше. Встречайте по фокусу. Сука. Два бата минус 6 пулек сделали вот эти. А кто меня там засветило? Это баты высветили, блядь. Железный получил. Ну, блядь, их просто плюс 2 нахуй. Отлично, горел. Бейте, бейте семерку. Баты разряжены, хорош. Салит, что с тобой? Не знаю, меня просто ну пиздец. Помогите этому сфигачу. Ребят, здесь надо что-то быстрее думать, пока баты не приехали. Все, уже тяжко сейчас будет. Еще слева, гости. Что, блядь, за...
пиздец. Не, ГГ тут. Едет у Ебека, блять. Хотя бы вышли бы с тобой. Блять, не загуслил. Он на КД еще, походу. Два морта будет по КД кидать в эту улицу сейчас. Вышли бы и дали бы, чё ссать. Все равно уже проиграли. Так, он. На катке бы. Что? Хэй, минус раз. Сука, конечно. Нихуя мы ничего не просветили. Называется нехуй ехать. Они, блядь, малый город. Меня высветили, будучи уже вот здесь. Высветили раньше, а сами засветились только на квадрате. Потому что баты. Меня в зал поставили 500 хп. Да не, мы закинули нормально в малом городе. Пиздец просто. Че еще искать нам, народ? Можно еще пизды получить, наверное. Киньте пока он напряглос. Что зайдет. Рина, же плохо светил. Почему Рина два ресурса нафармил, а таксисты один? А, он сейчас светил кого-то. У Рина два выстрела. А у таксиста один. Хорош. Я четверых увидел, а он никого. И урон с помощью моего засвета 500. И я больше проехал. Вот и все, блять. Заумнен. Да я в этом бою ногами играл. Что страшно. А чё с корреспондентом? Чё его нет? Играли же вместе. $240,000, блядь. Чё-то вообще народ кикает. Сейчас мы опять на них наткнемся 100 пудов. Если они уже не ушли к кому-то другому. Ну, минус 100 тысяч сейчас было за 20 минут онлайн. Это какой-то сервак отрубился. Или даже два. Плюс 2. Это какая-то политота уже. Ну да. Вот дядя что надо звать. Да он, ну. А, он, наверное, на другом серваке. А он сам стримит рандом. У гуся разыгрывает. Жили у бабуси. Сколько уже? Неделю? Я не знаю. Да вроде забил. Там ни одного зрителя, что ли, на стриме разыграть не может. Да не, там типа прикол. Он до боя, ты пишешь урон в чате, который он нанесет. Вот, ты должен угадать. Там никто не угадывает. На два разница вроде была самая. Да, вот 2 хп что-то было разница. О, Рина. 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 Привет всем. О, Толик, Андрей. Толик. Толик, о, ты Рина. Только не Толик, зайдешь. Привет. Берите, как, блядь, 53 из Ника. Ой, блядь, из... Блядь, я угадал. Опять они. Больше никого нет, блядь. Что? Что, заканчивать надо тогда уж? Давайте более сейфово сыграем, пускай выглядит. Толь, что такое? Я не знаю. Бери мне гадость из группы, блядь, в TeamSpeak. Какой группы? Да иди ты нахуй. Чё, блядь, охуел? А ты, блядь, кацап, я ебал, ты чё-то помогать. Ты кацап, нахуй. Чё-то давай тут сказки про Путина начни говорить. Олег, ты залогини на первый, нет? Сейчас зайду. Сейчас зайду, это я, блядь, это могу угадать, что ты нихуя не зайдёшь. Да, всё, Толик. Чё мы, где мы с Ивом сыграем? Забиться на базе, чтобы они с артой? Да, ну и. Так как они сыграть? О, пиздится. Вот пиздится. Голову, реально. Реально гон наебашим. Чё вы делаете? Поёбычем. Сливаем катки. Сливаем катки, блядь. 13 человек абсолютно рота. Ну хочешь? Можно, кстати, в чемпионке пойти. Толь, пойдёшь с нами играть? Да, уже зашёл, залетел. Да в центр в кому-то. В очереди на вход в игру. Какой-то... А, у нас СТшки нихуя нет. А, в очереди на вход в игру, удачи. Все, ГГ ВЦГ, да, можно ливать, значит. До 11 часов. Меня разъебут, они в жопу зовут бесплатно. Ну поехали вместе, да, поехали, да, если бы. Толич, возьми нас двоих разъебут. Парни, если у нас, короче, будет 2 СТ-шки, нужно, чтобы одна СТ-ха к нам приехала сразу. Без проблем, к вам приедет их СТ.
Понятно, значит там ты словить нечего. Ты светанулся? Да. Лол, аккуратно они могут. Дай батут. Нам еще один СТ здесь нужен. Ну если они тут... Блять, мне если кажется, они сейчас, они сейчас разводят на этого дебила. Мы подъедем, они вывалятся отсюда. Там смотри, никого нет, они походу здесь все. Да, гоу, снизу я чекаю. Быть у себя. Осторожно, назад. Эмиль, принимать будем. Тебя пушьте там, что-то чекайте. Может, блять, уебем этого бата? Нас это сейчас здесь нас просто запушат, слышишь? Арта КД уже, Эмиль. Нас сейчас запушат, парни, нам нужен хелп. Давай вот сверну дойдем. Блять, отдавать мы не можем. Мы сейчас подсюда. Я в КД ушел. Кстати, вот там вот вы зря едете. Там нельзя ехать. Эмиль, далеко не ходи, Эмиль. Вон мне вроде поджимает. Давай нет, назад, нам уже все назад. Чекайте, о, ну прочее. Вот этих пидоров надо встречать. Эмиль, давай гоу. Партия нужна инфа, парни. Че, перестреляем в ПВП их? Блять, можно попробовать, тут арта еще. Ну... Арта сосала. Арта, да, арта сосала. Ходите, сводите, они куда-то перетянулись. Вон, ФВ, ебил. Сюда будет тут атака, кстати. О, они сюда, надо встречать. Давай хотя бы, сзади бат у нас. Делюкс. Все, я без ремки, мне пизда. Два арта. Бата, блядь, дай вперед. Я не могу, я на ремке. Парни, вы убиваем вот этих вот, нам пизда. Сзади бат. Пизду, блядь. Опять эти плюс два, короче, тела решили, а, блядь, игру. Конечно, нахуй в жопу зашли, все. Спасали долго хуйню, блядь. Надо вопрос выйти, блядь, и выйти. Чё ссать? Ну, их больше. Просто бесплатно в жопу разобрали. Сука, они заебали без водки стрелять. Атака, да. Чё, может, со спины стрелять? Ну, блять, гоу вперед лучше. Валивайте их, парни. Ты 7 откатите. Да блять, это пиздец с слезами этими. Танканув, стой, стой. Арта сейчас еще раз сюда. Да гоу рвемся, 3 секунды. Гоу, блять, я встанчу, гоу, блять. Арта КД, блять. Хэви. Сейчас там было. Против нас было в 2 раза больше. Сзади заходит и стоял по себе. Ну-ка ты. User disconnected from your channel. Я хочу тогда в чемпионке сейчас пойти. А, блядь. Ах ты ублюдина, блядь. Коричневая. Хэвика минус 2 был. Сколько там в чемпионке ещё? 10 человек? 10-12. Да. Ну вот, пошлите в чемпионке ещё. Да там тоже никого нет. Ну там хоть пофармить может. Там ничего не пофармишь, 200. 220. Давайте завязывать просто на этом и ну, всё. Да, голову всё, завязывай. Пизды получать надоело. О, статистика открывается. Уже сироки полечили чуть-чуть. Кстати, остановилось падение количества людей. Толич, попробуй войти. Я пробую, не получается. Крип-районы даже не открываются, как тут перейти даже. Ну, стата начала открываться. Временно недоступен, повторите попытку позже. А по укреп-району. Ой, опять этот лайвокс конченый. Ну, вообще отлично. Хорош, ворвался. Опять роутер? Почти. У нас сбой в интернете был. Sound muted.
вдвое. Пробито. Ехать.
уничтожен. Есть пробитие. Цель потеряна. Уничтожен.
Бой начинается. Есть отставить цель.
заехали. Броня не пробита. Цель захвачена. Пробитие. Есть отставить цель. Цель понял. Отставить цель. Пробитие.
Так, парни, на этом все. Спасибо, кто смотрел. Рекламка. И всем пока.